Убил! Нет! Не убил, иди сюда! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Рекер, Стаканчик, King on Fire, Даня Вайт, Хатаке. Скажите, пацаны, классные слова. Привет. Всем здоров. Коничуа. Коничуа. Сегодня у нас очень классная карта, это школа Балти, будем вживать с разными монстрами и в том числе хэдкрабами. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, куда бежим? Нафиг. О, вон он. Вот он, вот он. Так я не он. Ты попал под раздачу. О, давайте можно использовать только монтировку. Вот это будет по-честному. А вот знаете, какой в следующей серии мы будем делать? Только гранаты. Так что, ребята, давайте собираем 1000 лайков, и мы сразу записываем ролик. Чисто бой на гранатах. Вот он! Эй, слышишь ты? Беги, Димас, беги. А где Димас? Бей, бей его, монтировка, по башке его бей! Где он? Есть, убили! Убили! Нет, убили. Так, нас трое, а чё ты в труханах, алё? Он же только изменился за всю свою жизнь. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, и кого-то сожрут, если кто-то не подпишется. В труханах. В труханах, правильно. А где он? Вы видите этого челепиздрика маленького? О, я слышу его. Монтировка, монтировка, бейте его. Он прыгает, где он? А он специально хочет за спину укусить. Так, я бегу смотреть. Чё за Годзилла, бля? О, тут кто-то в офисе, я видел вроде бы. Да-да-да, фонарик твой видно. King on Fire, тебе было видно. А где он, а где он? Да он в столовой. Закрывайте двери. Давайте спрячемся. А можно поломать эти столы, не? Заразился, заразился. Удали. Убили, да, кого-то? Заразился. Застраиваемся, вот, ребят. Жопа, что творится? Бей его! Палки, да. Убей! Отлично! Бежим отсюда. О, ломаются! Так, выходим, выходим отсюда потихоньку. Нет, не выходим! Там не надо. Ой. Там мы его убьем! Ой, блин, удачи. Ой, блин, что удачи. Творится? Убили, убили. Унитазом убили. Ой, больно. Прибегаем. Ой, а что это за голожопик? Димас! Я теперь тоже хэдкрабом сейчас буду. На. Два хэдкраба убийцы. Ну чё, идите сюда. Ой, это медленный голожоп. Четыре будет? Давайте четыре будет. Я уже не помню, сколько он раз поубивал там. А, ну иди сюда. Эх, в окно. Открой калитку. Нет, не открой. Нет. Я тебя догоню. Опа, я уже вижу, псих бежит. Эй, ты, монтировочник. Убил. Нет. Не убил, иди сюда. Пошел в жопу. О, я убийца стекол. Ой, я в засаду сделаю. Будем, короче, ждать кого-то. Кто-то будет пробегать сейчас. Место проходное очень. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Посмотрим у меня на пузо. Что там у меня, зубы? 10 хп, 10 хп! Надо кого-то коснуться, иди сюда! Опа, слышу. Эта дверь не в ту сторону. Всё, Фрэнк должен быть хэдкрабом. Так, они вот там вот где-то бегают. Опа, я уже вижу. А, есть, я убил! Всё, Станя хэдкрабом. Я и так был хэдкрабом, зачем ты меня убил? Чё, все стали хэдкрабами? Походу. Кто-то забыл стать хэдкрабом. Это Олег. Давайте, мочите его. А его уже давно замочил. А чё так все быстро произошло? Карта маленькая. Так в этом и есть смысл. Давайте теперь я буду один хэдкрабом, а вы обычными челиками. Давайте, я против вас всех. Ты такой смелый? Конечно, конечно. Удиви. Ну что, на счет три, раз, два, три, битва началась. Я сейчас тебя найду и тебе... Димас, сейчас, просто я убиваю. Да. Димас, ты убивай! Эй, не туди камера!
А ну иди сюда. А ну-ка. Ой, больно. Эй, ты чё, психопат? А нельзя таким смелым быть. Конечно, конечно. Ты сотри грамотей, на тебе. Ты знаешь, что у меня есть родственник? Очень мощный. Опа, есть, 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 есть. Наваливаем. Это был не ты. Школа Балди моя. Бей его. Ах вы, ах вы, ах вы. Выходи, подлый трус. У меня есть родственник, я его зову. Так, надо спрятаться и похитить. Так, ну чё, я позвал своего кента. Где твой кент? Да. Я уже всё. А, блин, догадался, что я вселился. Догадался. Help me. Thank you. Что творится? Бакханалия какая-то. Я вижу. Так, отлично, отлично. Я сижу у кого-то в животе, такой вкусные кишки, потихоньку их ем, наедаясь кишками. А, то есть ты делаешь чужого? Вкусные, да, вкусные кишки. Это ж мой родственник чужой. А, ну тогда... Хэткраб и чужой, они же дружат. Я сейчас дырочки тут каждому просверлю в животе. А ну идите сюда. Не-не-не-не-не, я кушаю всех. Где? Всех мучают. Не он. Я живой еще, я живой. Это, ну ты меня. Нет, не убивай! Ах, блин. Ладно, ладно, я в нем был. Опа, опа-па. Ну нафиг. Бежал маленький. Отвалите. Надо у меня, кстати... Я знаете, слышу, сколько у меня? Бегает. У меня 3 жизни. 3 хп. Давай ко мне, ко мне, ко мне. Тут хата обычно. А ты, блин, ну как вы догадались, что я в нем? Не забывай, ты отличаешься цветом от пола. А, вы видели трупейшн, да, мой? Нет. Мой цвет видит твой. Олег, за мной. Где он ходит? Где? Так, внимательно, внимательно, не спешим, не спешим. Ой, лагает. Так, сейчас ко мне... Чё меня бьёт, монтир? Что творится? Меня засадили шальную пулю. Видели? Нет, 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 тут вентиляция ползёт, гад. Я знаете кого? Я сейчас должен это выследить должен. Знаете кого я сейчас буду выслеживать? Не меня. Так, Рекер, ты должен умереть. Убейте его. Наоборот. Так, Рекер, Рекер. Ищем его, ребят. А я Рекера не вижу. Так, ладно, съем тогда стаканчика. Не понял. Извини. Стаканчик, ну прощай. Он вылез. Ах ты. Сожрал одного, отлично. И на крысу текать. Я... Так. На стаканчик это похож. Стаканчик убивает. Ты дурак меня стрелять, я тебя убью. Не. Меня кадык вынули. Я мощный чужой. Ну что, кто следующий против меня? Твоя цель не настигнута. Так, я вижу Рекера. А зато меня не видишь. А, и тебя тоже увижу. Рекер, зря строил, столько времени потратил, чтоб тебя замочил. Я уже понял. Так, Даня Вайт, прощай. Ты под горячую руку просто сегодня попадаешь как-то. Нет! Он у меня! Засада, засада, засада устроена у... О, я буду видеть, как кто-то бежит. Вижу, вижу, кто-то бежит, прощай. Еще один. Подходи, подходи до стекла, подходи. Вы на... Давай поумнее, что ли? Так, я слежу за пацанами внимательно. Я твой хвост видел. Можно использовать любое оружие против меня, давайте. Потому что чужого 1000 жизней. Так мало? Да, кстати, маловато для чужого.
охотится на меня? Или у тебя столько осталось? Не, всего 1000. Нет, у меня лагает, когда ты рядом. Ты надо мной, да? Ты надо мной! Пошел вон! А, нет, вот он. На тебе. Я не могу с тобой. Ну заходи уже. Отлично, нычка, отлично. А вот теперь я буду тут стоять и мочить вас. Это как? Я вот меня убил. Как? Да? Я не знаю. Да так должно быть. Такова жизнь. Кто-то в мой домик хочет залезть. Давай, заходи. Опа, вижу Балди. За мной, давай. Олег, за мной. Это для самоубийц. Давайте, то мой домик. Кто зайдет? Балди офис. А вы знаете, нычка, короче, есть... На кухне есть нычка, в столовке. В стене холодильник, и я там сижу. В домике своем. О, я вижу, вы все ближе и ближе. Кто будет подходить к моей двери, я буду сразу мочить. Спасибо. Отлично, я так и сказал. Спасибо. Первый пошел. Кто еще? Кто еще? Ждем. Никто не может ко мне зайти домой, это очень сложно. Сейчас покажем. Давай, давай, давай. Я сейчас эту столовку найду и тебя прибью. Пацаны, не знаю, где я. Не используйте. Слышу, кто-то идет. Слышу, кто-то идет ко мне. Идет челли какой-то. Где столовка? О, ты правильно шел, там была дверь впереди. Ого. Не надо взрывать. Так, давайте постоим тут. А мне тоже лицехвата брать? Не, давайте против меня все. Убейте меня, у меня 900 жизней. Ой, тихо. Эй, ты чё, увидел меня? Да. Это ж видно. Ого, я в уголку тут стою на нычку. Жрет спринтрапа. Я всех сожрал. Ну че, не можете меня убить? Я побежал. Я даже не буду в нычку запрятываться. Хорошо, а ты меня найди. А ты меня найди. А где ты? Найти тебя? Да тебя найдет любой и каждый в школе. Любой школьник. Дима, слабо тебе убежать от нас, не залезая в вентиляцию. Хорошо, давай. Дуэль принял, погнали. Давай. Постоим, понаблюдаем, как они меня ищут. Так, спринтрап стоит, я вижу. Эй, увидел. Чё? Давай, заходи быстрее. Заходи. Ты убьешь себя. Я пожертвую собой, если оно взорвется. Ну и как вы попадете сюда? Мы готовим тебе особый сюрприз. А вы меня не убьете? Да за что? У вас, ребята, как это вакханалия творится, как всегда. Положите мебель, не трогайте мебель. Ну чё, давай, иди сюда. Иди сюда. Иди лучше к нам. Нам всем хана, если я это нажму. На левую кнопку мышки. Нам всем хана. Не умрет никто, у меня много жизней. А ты к нам иди. А ты к нам иди. Сзади был. У тебя была ядерная бомба, да, в руках? Ребята, идите увидеть бомбу. А теперь я буду... Теперь я бомбу ставлю. Давай сюда. Нет, иди ко мне. А где ты? А ты к нам иди, мы тут спрятались. Да не бомби ты. Что ты делаешь? Я не могу вас найти, но я найду сейчас. Вы постреляйте в небо, я к вам прилечу. Пацаны, идите сюда. Я здесь, в уголку. Давайте. Все, давайте. Балди, иди сюда, говорю. Сзади. Ну не вижу я вас. А, вот слышу. Ща будет смех. Убежал. Вот цепи. Давай, мы сидим на месте. Ты что, нас найти не можешь? А дай подсказку. А мы в большой такой комнате, где столы обычно стоят. И дверь синяя. Дверь закрой! Балбес! Так, большая комната, да?
Не вижу. Вижу. Не вижу. Здесь. Не здесь. Но мы умерли. А, вы умерли? Ну, молодцы. Я сейчас обратно прибегу. Если... Да... О! Ну, не надо. У нас тут... Отлично, сожрал. А что, бомба летит? Ага. Не, это слабая бомба, очень. А, блин, а стаканчик убил пожалуйста. Меня. Нет, давайте я вам покажу, как вообще надо делать взрывы. Вы же конченый взрыв сделали. Вот он. Да. Это тоже галимый. Это галимый, сейчас я вам покажу. Есть у нас одна бомба небольшая. Не надо, пожалуйста. Я нет, не видел, она не сильно больше. Взорвется, она не сильно. Да я тебя знаю, Димас, твою не сильно. Это пол сервера сломает одним взрывом. Взорвал. Что, решили продемонстрировать, кто не взорвалась? Не взорвалась бомба моя? Не взорвалась. Вот, смотри, вот взрыв, вот он. Ну как? Я оглох! Это был мега взрыв. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!